Привет, народ. Такая у меня ситуация случилась в понедельник сегодня. Это у нас сейчас 8 утра. Ехал на загрузку, стоял на 2 дня на базе и вот доехал до такого места. Сейчас вам покажу пока и расскажу. Вот так вот выглядит это место. Закрыто все. И смотрите, там написано какие-то, ну понятно, кэш и телекарт. Я здесь остановился на аварийке, пошел. Взял все свои карточки, что у меня есть заправочные, туннели, на которых разные там написаны были. Не знаю, они, я вам их в принципе покажу, которые там разные, ну, чертами лежат. Мультисервисы разные, толколекты, две своих заправочных, на которых заправляюсь. Все взял, ничего не подходит. В общем, если... Проехать, спросил, сколько стоит, 5 евро, если так. Но поскольку у меня фирма, я уже говорил не раз, не сильно хорошая, то я отдавать свои деньги не сильно хочу. Благо, что это Голландия, 130 километров от базы. Если все-таки мне сейчас напишут, что нужно платить свои деньги, то я их сегодня сразу заберу на базе. 10 евро получится. Как-то так, такого я еще не встречал. Тут именно в Голландии, в Польше. Если там вот эти вот штучки, что на стекле, они все принимают эти толл-коллекты. Это получается не оно, это вообще какой-то отдельный въезд. Кстати, может, кто еще спрашивал, как я потом покажу себе, как мне пишут, а как я пишу на польском. Сильно не смейтесь, не то чтобы, но им суть понятна. Вот сейчас, смотрите, я настрою. Смотрите, тут Брама написал. Проезд 5 евро, карты нема потребны. Ну, это, в принципе, у них так примерно и говорится. Вот, стою среди дороги, это уже так, это выдумка, фантазия моя, чтобы догадались, что нужно быстрее принимать решение, потому что стою посреди дороги на аварийке. Вон, блин, автобус едет. Вот зеркало. Ну, оно, благо, вот всего чуть объезд такой. Я вообще не знаю, что это такое, как бы почему так. Сейчас я включил навигацию, мне вот интересно даже посмотреть, что ж это такое, куда оно меня там должно завести. Ничего сверхъестественного не вижу. Обычная какая-то дорога. Не знаю, что он там может. Ну вот так, ждем. Сейчас ответ. А вот смотрите, вот вам еще один такой плюс в кавычках от фирмы. Вот 3 минуты уже снимаю, минимум 4 минуты уже назад ушло сообщение, и никто не хочет на себя сейчас брать ответственность. Да, уточни. Никто не хочет на себя брать ответственность того, что написать, заплати свои деньги, потому что потом кто напишет, мне их и будет отдавать. Я до зарплаты ждать не буду, пока там они, скорее всего, скажут, мы тебе начислим зарплату, и, естественно, этого никто не начислит. Поэтому вот такая ситуация. Не знаю, куда это люди едут, вы видели, там я показывал по навигации, там короткий, там вот 9 километров мне до выгрузки, и там все, там дальше река, я не знаю, может, конечно, там какой-то паром, я не знаю, что там, я здесь не был. Но суть в том, что за какие-то там 9 километров, 5 евро туда, и смотрю назад, они тоже платят. Мне, наверное, все-таки сквозняком есть проезд. Ну, сейчас, как дождусь, еще засниму вам, сколько времени прошло, что написали, какой выход из этой ситуации. Ребят, как и прогнозировалось, спросили, есть ли у меня свои 5 евро, чтобы заплатить. Это туннель, оказывается, какой-то там. Сейчас мы на него посмотрим, что это за туннель. 5 евро въезд, 5 евро выезд. Заодно с вами погляжу вместе, потому что я, например, не знаю, что едем сюда. Доедете 3,1 вот километра. Так. Такое я еще не заезжал. Что там за туннель? Ну, кстати, судя по этому, он под рекой. И над рекой. Ай. Ну, сейчас надо еще
застегнуться, талончик взял. Будем смотреть с вами, что это такое. Что это за туннель такой? Я извиняюсь за камеру, пристегнулся. Закрываю окна, двери. Еще люк надо закрыть, по туннелю будет очень шумно. Вот, смотрите, по навигации видно, что мы будем заезжать под реку. Но тут мне тоже очень даже интересно, что же это. Ой, прям камеры навстречу, его нельзя так делать. Вот такой туннельчик, над нами река. Прикольно, что даже само осознание того, что над нами река, уже как-то интересно. Так. Ну и осталось мне 8,6 километра. Здесь что-то. Не знаю, неужели за этот туннель 5 евро? Тут такие длинные туннели и бесплатные. А здесь еще и вот эти штуки на стекле не работают, эти толколекты. Я вообще не пойму тогда в чем. Чем отличается этот туннель от всех других. Прям очень странно. Ну, в общем, ситуация такая. Теперь еще, конечно же, интересно мне, как скоро мне вернут мои 5 евро. Я им написал еще 5 евро назад, а не 5 евро вернем. 5 евро еще ж дорога назад, скорее всего, возьмут за выезд. Но написали так, вернем тебе 5 евро, езжай. Так что... Думаю, еще все-таки это расскажу потом, как скоро мне отдали и отдали ли вообще.